В общем, ребят, все, с Богом. Пролил на себя как кофту, буду грязный. Господи, помоги. Дорога дальняя, хоть бы все получилось, Господи. Страшно ехать. Спасибо, Сочи. Так, все загрузил. Сеченово, Нижегородская область. Взгляните. В общем, показывает 1800 километров. Один день, 2.45, но это если без остановки ехать. Так прикольно, когда на телефоне включен не таксометр, а Яндекс.Навигатор. Вроде такое чувство странное. Быстро загрузился, я не думал, что у меня все уместится. Так, он меня ведет там через тоннель по ходу дела. Незамерзайки надо купить. Сегодня на 1000 гравитосол купил, уже на незамерзайку. Так, печка, кстати, греет. За незамерзайку уже надо проверить, этот патрубок будет на заправке. Пожалел денег, 450. Кстати, сейчас будет этот, как его, Роснефть, может до полного залиться или уже, блядь, не останавливаться. Давайте-ка все-таки попробуем до полного на бонусы заправиться сейчас. И заодно проверим, как себя чувствует там этот сосок, который я пожалел денег на бачок, на хомут его закрепил, не знаю, хоть бы выдержал, блин, ребят. Ну просто уже, я понимаю все, конечно, что вы сейчас скажете. Ну вот так вот. Стрелка у нас вон показывает, что тут она у нас показывает. Не знаю, на 1000 уберется, нет, сюда, по-моему, 1000 баллов у меня или 1200, это сколько литров-то, 30. Походу поездка будет веселой, все отменяется, у меня течет из-под капота тосол, поеду на авторынок обратно. Вот так вот, не знаю, почему так все, пойдемте смотреть. Вроде на хомут затянул, почему ее срывает. Короче, купил кофе. О, Господи. Все было нормально. Почему так, я не пойму. Пойдемте смотреть, что такое, блядь. Тут, видимо, нету... Я не понимаю, в чем дело, почему он его не затягивает. Че, бачок ехать покупать? Почему он не затягивает его, я не понимаю. Блять, и отвертки-то все, я не знаю, где у меня. Надо было хоть инструмент оставить поблизости, я его сейчас просто не найду, я не знаю, что делать. Так, ребята, не знаю, так, время 11, бак полный, на ноль скинул. Блять, течет, да, сука, смотри. Откуда течет-то, блять? Я ж уже его за этого. Все, поехал я это самое на авторынок. Вот так вот, ребята. Значит, так надо. Пиздец, весь тосол вытек бы. В общем, затянул кое-как. Поехал я покупать бачок. Менять его. Время 11, бак полный, дорога откладывается. Вот такая жопа, ребята. Поехали. Хорошо, хоть не в морозы. Поехали за бачком. Конечно, с одной стороны, бесит, что все откладывается, только поехал, собрался, да? А с другой стороны, может быть, и не надо мне быть в нужном месте, в нужной точке. Сейчас там аншлаг, конечно, вторым попытаемся прокануться. Ну а что делать? Хорошо, что это не в зиму, а хоть тепло течет и хоть это, ну вы поняли, не в морозы. Сейчас тосол здесь вытечет, опять, наверное, на 1000 придется покупать. В общем, ребята, видите как, сейчас уже пятак, наверное, уйдет на ремонт еще. Ну, к сожалению, вот так. Ну, а что делать? Дома, может, как-нибудь починю его, пусть запасной будет, приклею там этот
сосок железный вклеивал в пластмассовую, не знаю. Сейчас главное движок не перегреть. Печка уже не греет, тосол хлещет там, наверное. Блять, на 1000 рублей тосола вытекло. Бачок, по-моему, то ли 2800, то ли 1800. Ну вот так вот. Как здесь. Так, посмотрим, сегодня аншлаг нет. С воскресенья заехать сможем мы сюда. Пока вроде машин не очень много. Сам хотел поменять, у меня нет этих ключей всех. Сейчас, может, у Тимура свободно. Все руки в тосоли нахрен. В общем, Тимура нету, попросился заехать, рядом поставить. Дадут ключи, сейчас пошел бачок покупать. Так, вот бачок B200. Ага, подходит. Подходит. Откручиваем. Откручиваем. По-моему, только сверху гайки. Так, раз. Дворники, конечно, еще бы выдержали. В общем, ребята, такой экстремальный у меня поход получается. И старый хомут надо, родной, что ли, найти. Так, бачок открутили. Теперь надо патрубки снять. Раз. Снимаем патрубок. От вас. Все, патрубки сняли. Крышка у нас идет. Эту же ставим. Снимаем бачок. Снимаем бачок. Так. Давай, дружок, ну. Бачок ставим. Ставим новый бачок. Новый бачок. Вот видите. Слава богу, что здесь. Так, закручиваем. Конечно, немножко вынесет, держится. Конечно, теперь все закрываем. Воды нету, конечно, потом все сделаем. Так, все, масло смотреть не буду.
Спасибо большое. Ну что, печка греет? Печка греет. Руки все в фасоли. Включаем. Я надеюсь, что теперь ничего не слетит. Вот такой пришлось кружочек сделать. Блять, 2200. Ну, ладно, что, не хотел я тратиться. В общем, ушло. Вчера 300 рублей, 1000. Здесь 1300 и 2200. Еще 3500 ушло на тосол, блять, на ремонт. И далее как. Я так думаю, дальше, блядь, это дальше продолжалось. Я думаю, надо ехать нафиг. Проснулся сегодня. Но, правда, видите, сэкономил на бачке. Вылилось тосола половина. Хорошо, что это не на морозе минус 20. Время 11.23. Чё-то, блядь, как будто с колодками не то. Ой, ребята, блин, переживаю я. Очень переживаю. Чё-то как-то там, блядь, работает все не так. Может, из-за того, что машину нагрузил. Так, он мне почему-то теперь показывает уже ехать в другую сторону. Через этот, что ли? Ёб твою мать. Давайте-ка лучше поедем направо. Не поеду я тут спокойнее выехать по трассе. Немножко крюка дадим, но поедем обратно. Так, ну чё? Так, дубль 2, бак полный. Давайте расходы, надо мне блокнотик найти. Расходы, в общем, я не знаю, записывать нет. Короче, 2200, 300, 2500, 1000. 3500 тосол, расширительный бачок. Посмотрим, насколько хватит бака бензина. Конечно, по горам сейчас будет жопа, как говорится. Ну как жопа? В том смысле, что... Так, что у нас, посмотрим. Надо будет еще остановиться, проверить. Бля, вроде горячая печка. Сейчас, я так понимаю, мы через все эти тоннели выедем прямо на Дагомысскую дорогу. Правда, еще надо учесть, что резина зимняя. То есть, возможно, расход будет больше. Ну, не знаю. Хочется надеяться, что все-таки по трассе джентра ест мало. Фильтр свежий, масло свежее. Думаю, может быть, по платкам не ехать, поставить в навигаторе, избегать платных дорог. Потихонечку, помаленечку. Зато на бачок сэкономим. Блин, не знаю. Посмотрим сейчас по обстановке. Давайте сначала перевал переедем. Гаишники. Ну что, ребята, выезжаем в сторону Дагомыса. Много реверса там. Ну, надеюсь, сегодня воскресенье, может, проскочим нормально. В тот раз я эти 100 километров до Туапсе ехал 3 часа. Конечно, ребят, колоссальный опыт за полтора года работы в Сочи, ну, для меня лично. То есть я уже знаю, где какие кафешки, где какие улицы, где чего как. То есть я к тому, что если вдруг придется ехать в Сочи, для меня это уже, так скажем, не первый, как первый раз незнакомый город, а, можно сказать, я как свой здесь буду. Так что впереди Дагомыс. Кстати, старый бачок-то я так там и оставил, забыл взять, прикиньте. Ну и ладно, хер с ним. Все считаю, сколько же я проехать должен-то. Если на сотку, допустим, 8 литров будет, да, то 7,7, 49, у меня 60 литров бак. 7,8, 56, 7,9, 63. 7,8, 56, значит, 800 километров, что ли, я должен проехать? Нифига себе, это было бы здорово, но я что-то сомневаюсь. Да, сейчас попозже антирадар включу, кто мои ролики начальные смотрел, я еще в Москве, ну, купил постоянную версию за 150 рублей. Электронный антирадар в приложении в Play Market, потому что тут в Сочи уже все знаешь, там камера начнется. Я, чувствуется, еду, не понимаю еще, да, смотрите, лето, все растаяло, ну, лето в Сочи. Я не знаю, плюс 10, мне кажется. А 20, какой сегодня, 6, я говорил, или 5 декабря-то.
То есть сейчас, я думаю, после перевала начнется аншлаг. А что будет после Воронежа, я, честно говоря, даже об этом не хочу пока думать. Надеюсь, что дорога будет расчищена и все пройдет гладко. Постараюсь ехать соточку, если получится, чтобы как-то поэкономить. Хотя, ребят, какая тут разница с этой экономией? Ехать как ехать, где можно, побольше. Все, с Дагомыса выезжаем, начинается перевал. Что показывает навигатор? В одном месте только красненькое, там, видимо, реверс. Время у нас 11:46. То есть я за 15 минут буквально проехал до Дагомыса. Посмотрим, сколько займет до Туапсе, до Жукби дорога. Ну, грубо говоря, давайте 12:00. Хоть раз 3 часа ехал я эти 100 километров. Рулит машина, конечно, очень странно. Жопа нагружена, то есть, ну, там багажник-то, да? Морда, то есть, приподнялась, я так понимаю, немножко. И такая валка какая-то стала. Так что аккуратненько надо будет. Медленно ползем. Я говорю, здесь средняя скорость, я в тот раз считал 30-40 км в час, эти получается 100 км. Поэтому едешь их 3 часа. По стрелочке езжу, памяти ни хера нету, но это хорошо, я вам говорю, меньше работает мозг, счастливый человек. ЛО, наверное, сейчас будет скоро. После ЛО, сейчас сначала Копарк ЛО, потом на Лазаревку, потом Аше, а потом посмотрим. Приус на батареечке, красота. Кстати, товарищ, который за минивеном-то ездил, не доехал, к сожалению, но, слава богу, все живы. Отец, говорит, уснул за рулем, в столб въехали. Лонжерон ушел, в общем, слава богу, говорит, пробил только один радиатор. На улице минус 35, говорит, было, в общем, до Улан-Удэ доехали. В общем, по-моему, в Барнауле оставили они ее на ремонт, как минимум месяц. Слава богу, все живы, говорю, никто не пострадал и не замерзли, доехали. Ну, бывает. Кстати, впереди пробка. Че, ребята, стрелка на одном делении, пробег, наверное, 211, что ли, там не вижу. Потихоньку продвигаемся, вот такой дождик. Фигачит. Ребята, короче. Показывает 1600. Конец перевала, кстати, табличка. Блин, холодильник уже выгружал по пыхах, на эмоциях, думаю, выкинуть быстрее все продукты. Распихал хорошо макароны по контейнерам. Сейчас где-то нашел, короче, майонез, сыр, колбасу, макарончики. Перекусил так нормально. Так, ребята, стрим завис. Сейчас табличку увидел. Платная дорога 173 километра. Значит, до Ростова, что ли, может, два участка, не знаю, сейчас посмотрим. Камера наблюдения. Стрим висит, связи нету, надо его завершать. Нет. Так, ребята, вон вдали, не знаю, камера заснимет, нет, виднеется платка. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Так, какие-то там для какого-то, чего это, блядь. А, вот там Т-пас, а вот тут не Т-пас, по-моему, да? Камер нет. Из-за бабки. Здрасте. Сколько стоит? 230? Спасибо. Хорошей смены. 230 рублей, ребят. Ну а что так подумаешь, чем мучиться объезжать, да? Все, сработал этот у меня телефон-то. Надо зарядников включить. Потому что двойной экран у меня. В нижнем экране все отображаются события. Ну что, едем дальше. 230 рублей первая платка, блин, не знаю, запомню расходы или нет, может по видео буду смотреть.
пока включил камеру, вроде пишет, на зарядку поставить. Так, еще одна, ребята, это какого? Платная дорога. Диман мне тут звонил. Дружище мой тоже у меня. Димана тут дружище много. Говорит, надо было низом проехать там через Волгоград. Я говорю, Димыч, да я уж что-то говорю, привык этой дорогой. Так, 160, там 230 было, а тут, похоже, 160 рублей. Так, надо сейчас на зарядку поставить, будешь что воткнуть. Здравствуйте, 160? Чек надо? Дайте я собираю для отчетности. Да, ничего, я просто сижу, я подождать. Хорошо. Спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо. Так, что я тут не выключил микрофон, до свидания. Так, камера садится, надо сейчас включить. В общем, ребят, 230 надо записать и 160. Пока что платные дороги. Потихоньку едем. Дождь пошел, капец. Мы уже, наверное, сейчас в снег превратится. До Ростова 130 километров. Такие вот дела. Где-то какая дорога туда ведет. Так, ребят, до Ростова 68 километров. Погода заметно ухудшилась. Плюс 2 градуса показывало на табло. Но я не знаю, что это летит. То ли уже снег с дождем. Отметить хотелось сейчас за... Так, сейчас за газелью. 120 ехал, наверное, минут 40. Дождь или снег, резина, тьфу, пока что вот вообще как вкопанная, вот по крайней мере по трассе. Но дождь же все равно там сопротивление идет, да? Все-таки новая она есть, новая резина. Ребят, плюс один, похоже, повалил вот теперь снег. А теперь уже точно идет снег, вам плохо видно. Я думаю, что пищит? Короче, ребята, снег. Вот ДПС. Я думал, это ТПАС, ДПС. Снег, прям снижаем скорость, потому что, ну, капец полный. Это просто ДПС. Камер нет. Ну, все, резина упирается, то есть уже 120 ни хера не поедешь. Так, ребята, очередная, уже ставлю на панель, блин, очередная платка. Так, где у нас там ТПАС? Камера наблюдения. Нормальные платежи-то. Посмотрим, сколько здесь это будет стоить. Зима, ребята, просто зима. Ага, вот кэш. 70 рублей, ну это по-божески еще. Будет рубашек. Все нормально? Прошло, что ли? Спасибо. Спасибо за понимание, спасибо за внимание. К стеклу прислоняет, типа нахер всем открывать, простынет, наверное. Ёб твою мать. Так, ребята, все. Зима. 500 километров я проехал, вот столько у меня бензина еще осталось, единичка, 500 с лишним ли. Не купил ни замерзайку, то вода замерзла, все, минус один, все, не пшикает. Договорился, не, это бодяжный, не бодяжный, хоть какой надо было залить-то. Блин, не знаю, что ночью снимать, наверное, видно плохо будет. В общем, Аксай проехал, я так понимаю, я не знаю уже, куда его... Выехал, наверное. Поехал в Ростов, Аксай и пошел дальше, наверное, скорее всего. 560, что ли, показывает до Воронежа. Вот, дорога так себе метет, конечно. Замерзайка нужна. Ребят, остановился на уколе, заправился. Забыл, на какую сумму, кстати, чек. На 2400, по-моему, или с кофе взяли 2600. В общем, надо антифриза добавить.
Залил кипятка, парень как раз белую канистру оставил, кипятка, чтобы оттаяло. Сейчас посмотрим, оттает ли. И купил, по-моему, за 400. Залил кипятка вот столько. Купил за 400, разбодяжить. Минус 4 вроде бы. Давайте посмотрим, будет ли псыкать. Да я столько туда кипятка налил в надежде, что оттает. Не оттаивает, прикиньте. Что делать-то? Похоже, даже не замерзайка сейчас не поможет. Там кипяток. Может, замерз в этих вот шлангах, скорее всего, вода замерзла. Давайте разбодяживать не замерзайкой. И доливаем тосово сейчас. Тосово тоже ни хера нету. Надеюсь, что, ну, видите, сразу пожалел бабла. Ну, не пожалел, останавливаться типа лень было. Не знаю, антифриз. То ли мало долил антифриза, то ли он уходит куда-то. Новый бачок вы видели. Литр вроде почему-то он белеет. Здесь течь не должно все. Может, редуктор течет или что, не знаю. Так, все, антифриз готов. Дорогущий, не замерзайки заливаем теперь. Блин, я одной воды залил, ребята, я косячина. У меня там одна вода. Короче, я встрял. Я не знаю, что я буду делать, скупой платит дважды, я думал, что там воды нету. Видите, не замерзайка-то, 400 рублей, а все, там одна вода, она замерзла на улице минус 4. Я не знаю, что я буду делать. Честно, не знаю. Вот это я косяк. Села камера, я говорю, я не думал, что у меня так много... Бля, скрябает. Много там воды налит, она вся замерзла, теперь выход один. Если отогреется, всю ее выпшикивать. Потому что я кипятка залил, ну, горячей воды из-под крана залил. Потом уже вон за 400 рублей не замерзайку заливать. Так, полный бак. Проехал я 654 километра. Не знаю, насколько здесь заправился. В общем, сейчас чеки достану. И 660... что ли, на баке скидываем на 0 второй одометр, общее оставляем. В общем, 660, и то лампочка еще не загорелась. Че, ребят, с незамерзайкой я так и намутил, что ничего не работает. Время 11. Я так понимаю, через 72 километра где тут, хотя до Воронежа еще далеко, будет поворот, как вот я говорил. До Воронежа поворот с трассы направо через всякие области и деревни. Я уже подустал, я с 11:30 за рулем где-то. Не, 11:30 я выехал. Ну, в общем, даже не знаю, сколько тут проехал, я уже километров не вижу, 780, что ли. Думаю, что надо где-то остановиться, отдохнуть. Что-то тут вообще какой-то кобздец. Надо будет остановиться, стекла протереть, фары протереть. Ничего не видно ни в зеркала, никуда. Видимо, мороз. Потому что всю дорогу парило. И я думаю, что уже теперь вода не знаю, когда отойдет в бачке. Что-то пошло не так. Ну что, ребят, я куда-то сверну. Ни хера никуда не видно. До Воронежа еще фиг знает сколько ехать. Похоже, морозяка конкретная. Ой, хоть немножко стекло почистить, хотя без толку. Зеркало теперь вообще не видно, блядь.
Кобздец какой-то. Я просто почему-то думал, что до Воронежа и направо. Время уже дофига, 12 часов еду, ну а где тут останавливаться? Поеду до какой-нибудь светящейся штуки. Ребята, привет, я хер знает где, 770 километров осталось. Час 46, время проехал уже 867. Остановился, он какая-то хреновина, такая интересная мельница. Круговое движение. Кофе у них там есть, номера не видно нифига, хер знает сколько тут. Пойду кофе спрошу, а то у меня уже крышняк едет, блин. Надеюсь, потом заведется. Здравствуйте, а кофе Доброй есть ночи. У вас? Да, вот рука, выбирайте какой-нибудь. А это самое, а я хоть где? Воронежская область. Воронежская, да. Понял. А мне этот самый американо большой какой-нибудь сделать? Самый потом. Большой? Или... Самый большой сколько стоит? Ну, американо 70. А карточкой можно расплатиться, да? А у нас есть минералка? Да. Полторашка вот. Есть? Нет, только литровая. Ну, нет. Холодильник. Ага. Она какая газированная-то? Она, смотрите, темная, внизу. Внизу, ага, внизу. Газированная. Не, правда, нельзя, но ладно. Ага. А вам газированная или нет? Да, мне нельзя. Ну ладно, а сколько с меня налички-то будет? Все. Телефон я оставил это. Короче, Воронежская область. Вот надо как-то номер отмыть, а то гаишники скажут, что у тебя камеру не забыть. Даже не знаю, что вкуснее, это вода или кофе, наверное. О, какая вкусная вода-то, оказывается. Это вообще очень дешево, 77 за такой стакан. В Сочи 140, вот такой стоит 200 грамм. Ну и на заправках их, на Лукойловских там еще заезжал, вот 140, вот 200, а это сколько получается миллилитров? Ну, 400. Ну. Ой, вот я хожу, как вкусно-то. А я еду, смотрю, мельница какая интересная, думаю, дай-ка остановлюсь хоть на видеокамеру мельницу сниму. Ну, это не мельница, это так, типа памятника. Знаю, что ну, тут плохая дорога, на Тамбов можно проехать вот так вот, и можно проехать на М4 и там по трассе. А М4 это что такое, Москва? М4 это там поворот есть на Москву, а прямо на Москву. А мне тут как раз на Тамбовскую область там по этой дороге вот сейчас и плюхать. Сейчас как... А сколько градусов, не знаете? Не знаю. Что-то еду, все холодает, мне кажется, холодает. Без понятия. В Краснодаре плюс 10 было, потом Ростов минус 1. А нет, у нас вот 15 уже, мне кажется, было, да? До 30, потом 20, потом было плюсовая, а теперь сегодня, наверное, градусов 15. Ага. Все, спасибо большое. А она не показывает у вас градусов? Нет, к сожалению, там нет градусов. Да, спасибо. 77 рублей. Офигеть, на что похоже, да? Бедненько, машинка-то моя, а. Отдохнем с тобой, отдохнем, малыш, терпи. Терпи, надеюсь, отдохнем. Ой, дубак, ребята, конкретный просто. Просто конкретика. Ой, бля, как холодно-то. Ёшка, Колымэнэ, как холодно. Так, у меня кофе-то я забыл уже. Ну и нормально, сейчас водички, главное, попил, а то у меня уже кишки-то. Машина заведется хоть. Ох, ласточка моя. В общем, ребят, я как всегда, кстати, по-моему, я на М какую-то и поеду сейчас. В общем, пока рулим, сейчас точно скажу вам.
867 километров я проехал. Ой, бензин есть. 770, но это такими дорогами. Ребята, там Рязанская топливная компания. Еле нашел заправку. Не заправку, а... Проезжаю, светится фонари, хоть бы один магазин куда заехать. А тут вроде как заправка, где поспать. Время уже 5.04. Я за рулем, похоже, уже 17 часов. Проехал 1167 километров. Оказывается, что еще 577 часов. Я уже чувствую, что больше не могу. Парная камера начала участка. В общем, ребят, подремал часок. Сейчас пара машин попало. Здесь, вот, смотрите, непонятно, как типа деревни, не деревни. Смотрю, значочек такси у них зеленый. Это зеленоглазые такси. Без Яши ведь работают. Как-то где-то, может, свои клиенты. Такое странное чувство. С просонья еще не проснулся. Автобусы медленно, пазики прям едут 20 километров в час. А куда им торопиться? Люди стоят на остановках. Я не знаю тут, что за населенный пункт я проезжаю, но, в общем, такая жизнь размеренная. Нету Яндекс.Такси. Обычно в городах там бешеный ритм, все на этих таксишках разъезжают. Вот я говорил, в каком-то там был населенном пункте полчаса назад. Два такси я видел с зелеными огонечками. Такой рассвет классный. Не знаю, камера не заснимет, наверное, все это дело. Блять, чуть не сдуло. Трансляцию запустил, но, наверное, тоже связи нету. Светлело хоть немножко. Просто из тёплого грязное. Дорога пока получше, можно хоть соточку ехать. А то одни шишки были. Так, ребят, вошло 42 литра. Блин, забыл, на сколько там. 2018 рублей надо записать. Записать 2018 рублей бензин. Значит, проехал я 1313. На баке 658 еще можно было проехать. То есть нормальный расход получается. Я на границе Пензенской и какой-то еще области. В общем, навигатор показывает, что мне еще сколько показывает. До Сеченого 420 километров 5 часов. Так, ну что, ребят, осталось 320 километров. В Каменку въехал, я так понимаю. Еще не Нижегородская область. Так, впереди какой-то поворотик через 800 метров направо на какую-то другую трассу. Блин, задумался, пропустил поворот. Разметки не видно. А никто не пропускает. Думаю, блин, а я жду, как в Сочи, что должны пропустить. Не знаю, гаишников вроде не было. Где я повернул, там не дам. Остановился в какой-то деревушке в пути. Магнит зашел, накупил на 2600 капусты, что-то тут, ну, сигарет еще, правда, 4 пачки, курицу, хлеб, колбасы и яйца тут. Короче, хочешь сейчас, чтобы что-то хочешь есть. Ой, ребят, сколько осталось-то? Осталось до Сеченова уже минус 12, температуру показывает. Село Сеченово. Час 85 километров в час. Представляете, я думал, что я уже приехал. Может, я рано в магазин-то зашел. Как это все выгружать? Я хрен его знает.
Кстати, давайте сумку-то поищем с деньгами. Там немного денег. Сумку-то запрятал. Так, документы здесь. Страховку спрашивали. Я говорю, нет у меня ее. Красиво, да? Дорога только гололед конкретный. Ребята, вот мы на месте, Нижегородская область, Сеченовский район. До Сеченова тут показывает 31 километр. Время у нас 2 часа, ну, в принципе, 2 часа я и спал где-то, может быть. Получается, что я выехал вчера 11:30, то есть 26 часов у меня заняла дорога. Сосновым. Еще раз повторюсь, я 15 часов ехал, 1200 километров, потом поспал, ну, можно сказать, приехал. Сейчас самое главное взять ключи, попасть в дом, посмотреть, расчищено там или нет, чтобы все вот это перетащить туда. Багажник еще есть, пакеты. Вот. Спасибо за просмотр. Ну, а ролики с домом будут в следующих роликах. Кому интересно, подписывайтесь, жмите колокольчик, ну или просто заходите. Ну, колокольчик для уведомлений.